Я рад всех приветствовать на третьем этапе СКФО. Мы в Хасанье. Участники, практически все ЮФО здесь. Да не практически, а все ЮФО здесь. Наш конкурент в классе спорт в ЮФО. УАЗ. Вот с такой вот прекрасной доработкой. Это все откидывается. Очень интересное. Ставрополь, Карачаевск, Чеченская Республика, Ингушетия, Осетины. Все здесь. Сегодня будет очень интересно. Категорию стандарт, точнее не так, давайте. Категорию экстрим сегодня пускают первую в 10 часов утра. И через час пускают стандарт. То есть все сделано для зрителей, чтобы все закончить за один день. Алания. Стандартные Нивы. Тоже будет интересно. Я так понимаю, тоже класс стандарт. Трасса проходит вот на этих всех буграх. Знаменитые там ступеньки. Все имеется. А из города Краснодара участвует сегодня зеленая Нива Халк. В категории Нива открытая. Будем, конечно же, болеть. И посмотрим, как покажет себя. Толик, доброе утро! Ездуны. Привет. Ну что, да. Так, сейчас же моменты надо делать. Как всегда. Сегодня будет очень жаркий экстрим. Очень много участников. 9 или 10. Bumblebee. V12 в этой машине. Пират из Чечни, точно знаю. Вот это тоже из Чечни. Да. Дальше лента 10 минут, кулушек 10 минут. Принц? Для всех категорий. Так. По призам. Категория турист, открытая Нива. 3 круга. Обход Нива открытая, туризм. Едут в эту сторону. Как всегда, знаменитые ступеньки. А экстрим едет туда, вниз. Продолжается обход трассы. И мы до сих пор идем вверх. Вот такое место. С перепадом метра 4-5 точно. После глиняного ручья. Все растянулись. Силы пока есть. Ребята, ну, к сожалению, я стоять тут не буду. Трасса очень длинная, парни очень постарались. Это вот все спуск затяжной с большим боковым креном. И продолжается спуск в болото. А, так как Нива открытая, туризм будут ехать по часу. Я просто физически сюда не успею прийти. Но места тут хорошие, ребят. Так что СКФО это не только ступеньки. Это тут еще дальше. По лесу подъемы, горы, ручьи, промоины. Здесь очень хорошо. Вот, глина жиденькая, хотя дождей не было очень давно. Вот, видите, какое болото. Экстрим едет в эту сторону, Нива едет в ту сторону. Пока были на обходе, количество участников еще прибавилось. Вранглер, УАЗы, а нет, это тоже УАЗ. Ну, в общем, и Нив много, еще УАЗы приехали, очень много. Есть старт экстрим. И сразу первое препятствие. Вода с вертикальным подъемом. Времени час, очень мало. Трасса техничная. Горку сказали, можно, не можно.
очень опасный момент, но не было переворота. Вовремя отпустил тормоза. Астраханский экипаж, бортовые, самодел, механическая лебедка у него. Берта борется на втором подъеме, пока не получается. Турман неопытный. Первая гонка. Да, первая у него? Сейчас залезет и зацепит. Старт третьей машины. Парни, отходим, отходим, отходим. Почти сам выезжает. Отлично, очень легко. Без лебедки. Лебедка, якорь. Экипажа нету связи, очень большая проблема. Водитель не видит штурмана. Через третьего человека это плохо очень. Нету координации движения. Грунт плохой. Экипаж из Чечни. Без лебедки, да, поднял? Красавчик.
видел, но уже сказали. Трактора сила! Вчера дособирали только. Да? Так всегда бывает. Ну да, да. Или... Мы очень сами так же. Я обычно вверх, но он бы тоже выскочил. Bumblebee V12 бортовые, ну в общем. Тяжелый. Сразу видно вес. Все отлично! Да. Парни, вы как? Я уже здесь у вас, здесь первый, Белли. Это что у вас, я тебе как у вас, что у вас? Я уберу! Да, он не будет рисковать. Игорь же, да, его? Отлично, отлично. Стой! Дорогу, дай дорогу. Да, я жопой, я, по-моему, и жопа передвигаю. Краб прошел. Так, зацепил за дерево. Алмаз укорился или сам вылез? Сам. Забота, фото, Юра, забота, фото! Не-не, нормально! Давай! Идет! Нормально крышу вмяло, пипец. Там лист. Ну как, лишь бы по голове не прилетело. Че, я забыл, что они живые, руки слетели.
уже тяжелая машина. Зацеп имеется. Гамач 05, регион Дагестан. Завершаем. Пока ни один экипаж не пришел на финиш. Финишные — это вот ступеньки вниз.
Юра убирает Бамблби. Не завелся после переворота. А еще, пока мы ждем все экстрим, здесь за горой катает стандарт. Первый участник категории экстрим, который приехал на финишные ступеньки. Отлично прошел. Для него это вообще не испытание. Наше время какое? Второй экипаж. Траектория сложнее. Морды нету редуктора или не подключен? Нет, морды вообще нету. Кардан крутится. Нету блокировки. Ну, молодцы, без передка доехать, это сильно. И молодцы. Парковка, походу, пара. Второй экипаж уходит на второй круг. Лебедка болтается. Полный привод работает. Мотор работает, но глохнет, а холостых нету. Конечно, попроще проходить это препятствие. Мосты с гелика. А, это второй круг они заканчивают. А, нет. Не-не-не, этих не было еще. Они все одинаковые, непонятно.
Проблемы с техникой. Редуктор, слышу, минус. И на финиш потихонечку доедет. Есть старт. Нива открытая. Час времени. Не торопится, аккуратничает и на ступенечке. На дальнюю. Не заходите на трассу, пожалуйста, не заходите. За ленту уходите, за ленту. Очень интересная траектория. Хорош, далеко, далеко. Второй экипаж. В этом году попроще, суше. Анатолий, большие подробные видео со всего этапа и не только. Кто-то за дерево, кто-то якорем. Якорь отличный. Алло! Иван работает. Я вот там. Сам. Давай. Далек. Хорош. Молодец. Уверенно. Там кочки. Сложно обогнать. Пытается. КЧР 4x4. Сам посередине проедет. Сам.
Сейчас еще пару машин и пойдем дальше в лес. Следующее препятствие грязевое. Нива Раптор 05. Черкес 07. Разочек. Там кто-то встал. Какая-то своя траектория. Чуть-чуть не хватает. На мосту сидел. Так, вторая неправильная траектория. Но там жесткая. Еще сразу две. Пекарь и Шевик. И еще одна Нива. Это из Осетии, по-моему. Бах, нет. Жопа не крутится. Помог. Отлично. Опасно. Жопа нет. Жопы нету. Третье. Выскочил из колеи. Молодец. Не, не заглох, плывет. Хорош, пробил. Молодец. Сразу два места. Пошлите на другое препятствие.
порталах. Просто зрителям не участвует. Выглядит люто. Братья Калоевы. Красивая Нива. Лютый заезд в лес. Берес стоит. Невасик 13 стоит. Ставропольская машина догоняет. Не хватает. Вышел. И машина на ЦСТ на новых. Тех на полуоси. Толик на второй круг. Обгоняет Абаза. Абаза на первый. Они маломерят. Выехал, выскочил. Так. Второй круг. Сейчас быстрее проедет. У Толика немного неправильная траектория. Нашел. А база лег. Едет. Мужик! Дальше.
самое левое, если получится в следующий раз. Машина просто как бульдозер. Зацепа нет. На одном колесе. Ух, там разместили. А база уехал, пока я проходил. Толик выезжает на якоре. Толик через полиспас, через блок с двойным. Надо было за все. Вань, дерево идет. Один экипаж подъехал на это препятствие. Толик пока не выехал. Там самая проезжаемая траектория стоит, стянула вправо, уперся в дерево. Так. Нет, якорь не держит.
пока думают. Освободилась траектория, пробка. Пошел дальше в лес. Толик остался на месте. Пытаются через блоки потянуть свои лебедки назад. Я нашел красную котлету с выломанными шкварнями. Или тягу погнул. Чего у него тут? Да, рулевая загнута. Еще несколько ниф найденных в лесу. Что, как этап? Нормально. Лебедку порвали? Да. Плохо. Как всегда. Да. Вертикалочка. Mm-hmm.
это примерно середина трассы. Остальная уходит вниз и пошла на спуск. Это все время мы шли наверх с вами. Очень сильно воткнулась. И не хватает. Очень крутой подъем. Просто вертикальная. Вот тут даже никто не пробовал. Это просто вот равнина. Потихонечку. Как я сюда шел, ни одной Нивы больше не проехало. Ребят, тупо тяни, бля! Без машин да, брынк организовать, да? Колесо разуто на шейке. Очень жестко. Хорош, все. Больше половины дела. Масло у кого-то. Толик! Толик выбрался! Все же проблемы. Греется машина у Толика. Хорошо. Вот здесь нормально, он зацепился и ушел. Ваня с Толиком сюда, а база поехал. Завелся. Но он тоже его уже раздраконили, нервничает. Ну что нервничает? Я вижу, я первым зацепился, ты ушел. Ты же красиво сидишь. Так. Так, ну Толик морду есть закинул, это уже хорошо. Уже не уперся в эту стену, еще одна Нива. Где-то подмяли. Очень жестко, очень жестко.
там еще много приключений у него впереди. Вот такие результаты получились в Ниве открытой. Не все доехали до финиша. Ступеньки в этом году были легче, потому что были сухие, хоть их и поливали. Но, как видели сами, машины заходили без лебедок даже. Я еще на трассе, выхожу из леса, еще идти далеко. Вот. Что, как всегда, техническая подготовка автомобиля, сплоченность команды и, конечно же, удача. Самое главное в гонках. Вот, когда были забиты все, допустим, да, проезжаемые колеи, я для себя, это сугубо мое мнение, иногда лучше сделать, вот как делали парни с Черкесска, по-моему, останавливались, ждали и ехали дальше, потому что знают, что проедут по этой колее. А можно рискнуть, поехать по новой, пробивать новую колею и там засесть бульдозером, собирать всю грязь, набивать колею. Дело каждого, выбор каждого. Все молодцы. Вот, но туристы, спорт я в лес снимать не пойду, потому что, ребята, трасса очень длинная. Я ее обошел уже второй или третий раз. Стартовал класс туризм. В туризме много Нив. Им почти час заливали ступеньки, чтобы было сложнее. Но Нива первая проехала сама. Неплохо залили, немножко веселее стало. Есть старт УАЗа. Выехал сам. Еще вроде говорили, что туризм пустят вместе со спортом. Но я пока вам не могу ничего сказать. Сейчас подойду поближе и уточню. Нет, увы, у вас тяжелее и так не сможет. Так, пятый экипаж. Легкий УАЗ. Ребят, я сейчас обуюсь, туда приду, конечно, но у нас обед. А обед, как говорится, по расписанию. А, это шестой, там еще с Чечни УАЗ вон выезжает, черный, за кустом. Природа шикарная. Речка. А вот это вот чистая вода из родника. Холодная. Так, еще один УАЗ. Сейчас посмотрим. Если поедет Toyota, значит объединили туризм и спорт. Вот. УАЗы сами не заезжают. Очень неожиданный момент. Халк из Краснодара поехал в туризм. Просто мужчина. Машина, все хорошо. Знает теперь траекторию с Нивой. И я думаю... Давайте посмотрим. Какая разница, что я думаю. Молодец. Красавчик. Красавчик. Нивы едут. Так, второй круг. Категория туризм. Молодец.
еще два УАЗика. Один сход сразу на первом круге, и второй УАЗик не доехал до финиша первого круга. Нет, поехал. Смотрите, я ошибся. Извините. Немножко были какие-то технические вопросики. Все, доехал второй. Поехал на второй круг. Причем довольно быстро, минут, наверное, 15. Кто-то из речки выезжает легко, кто-то берет другую траекторию и прям страдает. Прошел. Опасно. Траектории стоит УАЗ, мешает заехать. Минут 15-20 ушло на круг.
он должен, он все три раза сам заезжал. УАЗ догоняет. Который сам заехал, Франкенштейн. Давай, 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 Порш! Давай, Порш! Нива сила. Нальчик. Местные парни. Еще одна Нива в классе туризм сходит. Все. Закончила. Халк на третий круг. Или четвертый. Я что-то запутался. Не, наверное, третий. Телефон закипел. Чуть-чуть влево надо. Разместили. Все, кто был поломанный, починились. Отстоял почти три круга, где-то полчаса точно, решил поехать. Починили. Все на военных мостах. Тяжело. Я молодец. Экшен, экшен. Четвертый круг. Поехал Толик и УАЗик. Толик обогнал УАЗика на подъеме и пошел. Сейчас кто, получается, приедет первый на финиш, у того первое место. Потому что все заканчивают три круга и уезжают. Потому что осталось вот времени в притирку. Толик рискует очень сильно. Но УАЗик, получается, у него времени хуже, потому что он раньше стартовал Толика. Смотрите, отскакивать тоже, а не прыгать. Прыгучие твари. Это не котлеты, они выезжать сами не будут. Стартовал лакатегория, господи, спорт. Заключительная на сегодня. 6-7 машин точно имеется. Yeah.
на свободных дифах выходит. Заезжает Нива, которая участвовала в Ладоге. Хорош. Хорош. Пускай. Ой, пошел неправильно. Нет, нормально. Тойота Лебедица. Все, давай. Каркас наружный. Багажник убран. Фарвол в салоне. Нива, которая участвовала. Нива открытая. Да, вот отсюда. Нива выехала сама. Очень плохая траектория, но нормально. Ну, обошлось. За мусор не переживайте, это все потом уберут. Хороший звук. Так, первым на финиш приезжает УАЗ. Похоже на Wrangler. А стартовал он третий или четвертый. Сильно, сильно едут парни. Но он легкий, прям видно, что он легкий. Но не настолько, чтобы выехать самому. Быстрый штурман. Моторная вертикалка. Быстро. Тойота вторая прибывает на финиш первого круга и уезжает на второй. Больше никого не было. Вас.
УАЗ, который придет сейчас на третий круг. Не-не-не-не-не-не. Толкача, давай, 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 давай. В горку не хватит. Дизель очень сложно. Очень большая компрессия. Надо бороться. Мой сейчас постоит. Если постоит, не возобновится. Много лебедки. Сейчас будут тянуть до спуска, чтобы на спуске попробовать завести с толкача. Дизель очень сложно завести. УАЗ выехал. На третий круг. Нива, получается, закончила первый. УАЗ сам выехал третий раз подряд. Ох, как у нее мост работает. Бешеная легкая артикуляция. Сама? Да, без проблем абсолютно. Зажигание. По ходу дела не только в аккумуляторе, по ходу что-то с топливом. Категория спорт практически закончила свое выступление, уже прошел час. УАЗ на третий круг ушел, Нива на второй круг ушла и Тойота на второй круг, на третий. Или второй, не смогла. В общем, если сейчас больше никто не доедет, она на третьем месте, Тойота. Ее не смогли завести. Вот, давайте еще объясню такую ситуацию.
сегодня здесь организаторами, получается, проводится лотерея среди выигравших. Ниву открытую, проехавших 3 круга и закончивших гонку. Также туризм, 3 круга и закончивших гонку. А среди этих участников будет проходить лотерея по бортовым номерам. И победитель получит комплект экстрим резины в Ниве открытой и в туризме. В спорте не я прослушал, честно. Там либо все призовые, то есть первый, второй, третий получат, либо первый только получит резину, либо тоже будет проходить лотерея. Я не знаю, сейчас уточню и скажу. В общем, спасибо организаторам, спасибо участникам. Все крутые, все молодцы. Кому-то повезло больше, кому-то меньше. Но это случилось. И УАЗик приезжает на финиш третий круг. В общем, вот так вот закончился класс спорт, категория спорт. Дико устал, много находился в горах. Спасибо, что были с нами. Пишите комментарии. До новых встреч. А встреча у нас совсем скоро. Мы едем в Волгодонск. 6-й этап UFO.